Так, спустились чуть ниже на крайний перекат и делаем заброс. Опа, 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 опа. Итак, привет всем. Выдвинулись сегодня на пробную вылазку за Хариусом по нашим секретным местечкам. Вот выезжаем из города, погода пасмурная. Ну, вроде нормально. Большая вода, конечно, в Оби, в Ине. 26 градусов на улице. Вот, а мы поперли на рыбалочку. 15 километров от города проехали и попадаем в такие вот прекрасные места. Да, сейчас по лесу проедем немножечко и минут через 20 мы будем уже на месте. А сейчас пока что пробираемся по таким дорогам. Подъезжаем, проехали еще километров 15, и вот подъезжаем к повороту на финишную прямую, туда, куда нам надо ехать. Вот водоохранная зона, и вот здесь мы сейчас потихонечку поползем. Здесь нам нужно свернуть отсюда. Здесь такие диагоналочки. Опачка, оп, оп. Травы много, дороги вообще нету, если так разобраться. Но мы по старой памяти едем. Хрустят. Вот, травы многовато. И вот он. Вот она поляна. Вот она полянка. Красивая. Все, приехали. Выгружаемся. Все, приехали на место стояночки. Сейчас будем, надо сначала рифтамидом обработаться. Машкары просто нереально много. Ну и вот такие вот виды. Пробираемся к месту нашей сегодняшней рыбалки. Добрались мы. Ну и собственно это выглядит вот так. Речка просто шикарная. Вода прозрачная. Поэтому я думаю, сегодня будет хариус. Вот такая вот речушка. И сегодня мы здесь будем ловить хариуса. Ну вот мы уже идем до точки старта, где мы сейчас вечернюю зорьку будем рыбачить. Вот, ну такие вот виды прекрасные нам открываются на реку. Вот она, река. Нам надо уйти вот за ту гору. За ту гору, и там мы начнем сегодняшнюю рыбалку.
пойдем за той горой, потом вот вдоль того ущелья, и потом выйдем вот здесь. Там есть две ямы, есть один мини-порог такой, ну, для этой речки мини-порог, скажем так. Вот, и потом пойдем вон туда вниз, до лагеря. Так что посмотрим, что будет. Итак, вот, наконец-то. Долго мы и упорно выпытывали, какие мушки нужно поставить. И вот он, первый хариузок. Вот он, небольшенький хариузочек. Взялся на оранжевую нимфу шитик с бисером. Так вот. Аккуратненько его отцепляем. Отцепили. Вот. Вот такой вот крючок. И отпускаем его. Поймали очередного крючка небольшого. И отпускаем его. Давай, пацан, живи. Поехали. Все, отпустили. Отпустили мелкого хариуска. Вот, ну, пробовали. Сейчас последний этот взялся на желтую обманку. Вот такой вот. Ну, фокусируем. Будем пробовать на нее. Будем на нее пробовать. Вот еще один красавчик взялся вон там вот. Вот там вот, прям под кустом. Прям ювелирный заброс и сразу поклевка. Такой вот пацанчик. Тоже небольшой. Хариузок. На эту же желтую мушечку. Такой вот пацан. Так, обошли несколько перекатиков. Все, идем ниже по течению. Такое вот местечко. Интересно, ну мы здесь уже поймали одного. И сейчас вот под вот этим утесом пройдем вот туда. Дальше. Там вон перекат еще один виднеется. Ну что я могу сказать? Хочу, точнее. К вечеру хариус активизировался. Даже неплохие экземплярчики попались. Вот. Ну, пользуясь случаем, хочу похвалить свою удочку хариузовую. Это Маврик 360. Вот он. Ну, на мой взгляд, это самая лучшая хариузовая удочка. Она меня сопровождает на каждой рыбалке на хариуса. Маврик. А вот и порожек, про который я говорил. Такой вот перекат громкий. И здесь, думаю, концентрация хариуса должна быть больше. Потому что сильно большой перепад высот. Ну как, относительно, конечно. Вот он, пожалуйста. А вот и хариузок очередной. Опять на желтую мушечку. Вот такой хариузочек. Так, спустились чуть ниже на крайний перекат и делаем заброс. Опа!
Вот так вот. Стояли за кустами. Хариус нас не видел. Ну, такой вот бродяга копанул. Такой вот пацан. Неплохой. Также на желтую мушку. Ну, вот что значит первый заброс. Сразу сходу хватает. Вот 22 хариуска за 4 часа вот взяли мы. Все, надо валить домой. Машкара сейчас атакует. Во, что-то вообще их куча. Все, пока.